Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон, и, в принципе, ребята, в прошлом эпизоде мы словили 5 новых покемонов, и сейчас давайте мы, наверное, сначала мы это все выложим в сундуки. Так. Ага. Вот так вот. Сейчас. Вот это. Так. Тут. Вот это. И... Так, ребята. Сейчас. А, мне что-то даже дерева нету. Ладно. Сейчас. Вот так вот. Сейчас сделаем себе. Так. И вот так, отлично. Так, ребят, сейчас давайте, наверное, все-таки идем поспим. Ну. Ну давай уже. Так. Идем мы поспим и пойдем и прокачивать дальше наших покемонов. Еще парочку там осталось. Еще 2 уровня Драгонейра осталось. И давайте поставим в компьютер. И возьмем на прокачку нашего окаменелого покемона. Да, Фоссил. Вот так. Так, ребята, а пойдем мы опять, наверное, на остров, да, где он? Вот он. Так, идем и сюда. О, там покемон босс. Сейчас давайте туда быстренько сбегаем, если успеем. Вот он где-то у нас вот тут. О, нет, не ты. Так, вот ты. Так, вот сейчас мы тебя. Ух. Так, извиняюсь. И... Ну давай уже. Отлично. Убили мы его и больше тут нету покемонов боссов, так что идем опять вот сюда. Так, сейчас мы более-менее, я так думаю, тут прокачаемся. Кранидос уже 10 уровень. О, там еще один покемон босс. Вот он. Где-то вот он, вот тут. И давайте. Убиваем. И вот сейчас идем сюда. Так, давайте сейчас. Как-то. Да не ты. Но, в принципе, вот так вот. Иди вот ты вот сюда. Так, Драгонейр, 24 уровень. И отлично, еще немножко осталось. Так, этого, вот того еще вот там, вот тебя еще. Так, ух, Мьюту у нас уже 97 уровень, ребята. О, давай ты.
Так, Шелгон, 45 уровень. Так, ты у нас там какой, интересно? Сейчас мы, ну, более-менее. Так. Ребята, давайте быстренько постараемся прокачать Драгонейра уже. А то 55 уровень ему нужно, это вообще капут. Как-то много, да? Ну, в принципе, нормально, но то, что долго его так прокачивать, более-менее. Прокачаем его, да, и сможем как бы уже другого покемона какого-то прокачивать. Так. Ты еще. И кто там еще? Кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Вот тебя еще там можно. Иди сюда. Так, Вартортл, какой ты там уровень? 17-й, нет? Так, ну давайте уже мы прокачаем. Ух, Драгонейра, давай уже качайся. Сколько там тебе еще осталось? Я... Сейчас мы всех будем вообще. Так, слоу. Не слоу, но там, там... Нет, мне показалось, что там был покемон босс. Офсайтер у нас там. Еще один. Тебя. И сколько там еще осталось Драгонейру? Кромидос, 21 уровень уже. Так. Вот ты иди еще отсюда. Да. Да, так. О, Голет эволюционирует уже, ребята. Отлично. Ну давай. Ну, Голурк. Офигенно. Ну, офигенный такой покемон. Ой. Это что выпало? Так, ребята, в принципе, одного покемона мы уже прокачали, то есть мы сможем уже взять на прокачку как бы другого покемона, да? Сейчас бы еще Драгонейра прокачать. О, Громила. Большой уровень. Так, давай еще ты иди сюда. Да иди сюда. Кто там? Вот ты еще нормальный такой. Кто там еще? Так, ну, в принципе, больших уровней тут уже и нету, как я понял. Всех мы перебили. Извиняюсь, капут, что-то горло. Немножко. А, ну когда... О, покемон босс. Покемон босс, только не под водой, пожалуйста. Ну как не под водой? Вы всегда под водой. Почти. Ну давай. Ну давай. Ну долг... На какой ты там вообще... Ну вот, наконец-то. Но тебя тут что-то нету, или ты уже пропал? Да нет, ты вроде вот тут. Вот так. Гравий. Из гравий. Ладно,
Идем мы вот туда, там бы уже как бы должно быть, что он где-то вот рядом, но что-то его нету пока что. Да, залез. Ух. Вот. Так, где-то ты вот тут должен быть, как я понял. Вот он, отлично. Ух, ну чё там ты, Драгонэйр? Никак не надумаешь? Да мы тут уже были, наверное, вроде. Ладно, там уже ночь, наверное? Нет, еще нет. Нужно идти вылечить уже сейчас... Мьюту? Нет, у него уже атак. Все. Так, ребята, идем и вылечим Мьюту. Так. Давай быстренько. Что это там за покемон был? Ладно. Вылечим Мьюту. Ну, как бы всех покемонов, да. И может успеем еще прокачать один уровень Драгонэйру до того, как начнет, ну как до ночи, да. Можно и так сказать. Не знаю, успеем или нет. Сейчас мы посмотрим, есть ли тут какие-то большие уровни. Кто тут есть какой-то... Нет, уже, в принципе, начинает темнеть, как уже видно. Ну, в принципе, да, уже темнеет. Ах. Так что... Не прокачаем мы уже Драгонэйра. Вот еще вот сюда, может. Ты какой там уровень? А, 15-й, ладно. Можно и тебя убить. Ну, а сколько у тебя там покемонов? Вот. Опять давайте вот сюда. Ладно, сейчас мы и тебя... Больше тут вроде и никого уже нет. Ну вот, тебя еще можно. Ух. Ребята, давайте идем мы, наверное, все-таки уже домой. Сколько там еще уровней осталось этому Драгонэйру? Там покемон босс, но я не знаю, успели ли мы до него добраться. Да, Хаунтер. О. А, убили мы его. Драгонэйр, да чё ты? И давайте... Давайте домой уже мы пойдем, ребята. Где наш дом? Вот. И поспали мы, ребята. И давайте, наверное, уже все-таки закончим. В принципе, прокачали мы Голлета, да, уже одна эволюция как бы была его. И, в принципе, давайте на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.